Всем привет! С вами Карина. Решила высказать пару слов о Cops Party Blood Covered на PCP. Кстати, играйте на реальной PCP, не на эмуляторе. Он зависает не у всех, но бывает. Механика в игре типичная для JRPG, но по жанрам это скорее адвенчура на выживание. Чем-то даже Until Dawn на PC4 напоминает. Создателем оригинала был 22-летний студент колледжа Макито Кедоуин, который обычно стилизирует свою фамилию как Кедвин. Сделана она была на аналоге RPG Maker. 26 февраля 1997 года Макито Кедоуин побеждает в ежегодном конкурсе ASCII Entertainment, и ему вручили главный приз в размере 5 миллионов йен. И с тех пор и не было никаких новостей, пока через 12 лет в 2008 на ПК не последовал ремейк Cops Party Blood Covered. Игра, в отличие от игры 20-летней давности, обладала новым сюжетом, персонажами, музыкой и описаниями. В 2010 же игра вышла на PCP, приобретая качественные CG-арты и спрайты, качественных сейю, новую систему звука. Действие происходит в Академии Кисагари. В классе 7 учеников, их учитель и младшая сестра одного из героев. Перед уходом они выполняют ритуал Сачика-сан в качестве попытки развеселить одну из своих одноклассниц, которая переводится в другую школу на следующий день. Но вдруг происходит сильное землетрясение, участники падают в дыру, и все они оказываются в начальной школе Тензин. И что еще хуже, они находятся в многочисленных и закрытых измерениях. Может быть, вас сначала смутит графика, но в плане страха игра умудряется полностью брать свою не графикой, а атмосферой, звуком, описаниями и событиями. И в эту игру также бессмысленно идти ради геймплея. Геймплей здесь: сходи туда, дойди туда, найди то, убегай. Главную часть игры составляет текстовая часть, ее надо читать. Также неоспоримая ценность игры — целая куча бэдэндов, подстерегающих под каждым углом. Способов умереть здесь много, но в отличие от большинства игр, Cops Party поступает больше в стиле визуальных новелл, полноценно рассказывая вам о том, как умирал ваш персонаж и что он при этом чувствовал. А некоторые ошибки выводят на целые новые сюжетные линии, в которых вы увидите сцены, никогда не происходящие при правильном прохождении, но все так же ведущие к смертельному исходу. А еще игра использует специальную бинарную систему звука, активирующуюся при игре в наушниках. Вы будете ощущать звуки не только спереди, но и сбоку, и сзади себя. Также по игре есть аниме Cops Party Tortured Souls. А в общем, классная игра, рекомендую всем, кто любит хорроры и аниме. Всем пока!